В Африке жил крокодил. У него были огромные зубы. Он обладал вредным и злым нравом. Другие звери дружили между собой, а крокодила боялись. Однажды у крокодила заболели зубы, ведь он никогда их не чистил. Но никто из зверей не захотел ему помогать. Однако нашлась одна маленькая птичка по имени Тари, которая предложила крокодилу свою помощь. Открой рот. Вот и он, больной зуб. Хочешь, я буду тебе чистить зубы утром и вечером? Согласен. Говорят, что после этой истории крокодил подобрел и стал дружить со всеми животными. А птичку Тари стали называть Ма-Тари-Кари, что на крокодильем языке означает «добрая птичка, которая делает большие и добрые дела». Не с той стороны равнодушно. Когда у кого-то беда, рвануться на выручку нужно. В любую минуту всегда. Да восторжествует добро!